С посадки вышел самец волка и две самки на территорию солнечного рынка. Одна самочка хромает. Гоняли кошку. Это реально волки. На рынке солнечном. Именно здесь вчера вечером охранник и посетительница рынка обнаружили незваных гостей. Троих похожих на волка животных. Они вот сюда вот, они зашли, они втроем ушли, они зашли сюда. Они обошли вот сюда в сторожку. Этот, получается, сторож закрывал двери. Я не знаю, я говорю, доставай камеру, давай снимать. Ну, потому что от этого дома мужчина говорил, что это волки 100%. Получается, он закрывает дверь, открывает, запускает меня, берет телефон, и я вот это вот бегала тут. Это вы снимали все это? Это ваше видео? Да, это мое видео. Вам было не страшно? Это было ужасно страшно. Это эмоции, это адреналин. Я не знаю, как это произошло, но я вот до сих пор лишь говорю на эмоциях. Вчера во все службы. МЧС, куда только угодно. Единственное, позвонили полиции и сказали, что, ну, то есть патрули как-то поселят и обойдут, и все. Нет, нет, нет. Точно это не хаски? Откуда вы здесь? Спали, я засыпала, я не могла уснуть, у меня вот так вот все. Ну, это вообще это неожиданно вообще, настолько неожиданно. Поэтому я же говорю, когда сегодня вот все сказали, я говорю, что мы думали, две хаски – это собаки. Но быстрее всего, когда уже услышали, это, наверное, эти же волки. Не знаю, они вчера вот у нас около дома бегали. Это самое. Да, и мы тоже подумали. 79-й дом, и они там бегали. Мужчины их гнали, они втроем бежали. Две поменьше и одна побольшая собака. А потом я уже вышла, думаю, куда-то. Когда смотрю, они опять побежали уже в эту сторону. Я думаю, это не волки, нет. Они волки? Побежали. Не волки. Это самое, нет, по-моему. Серые такие, светлые, да, это да. Самое, ну, нет, по-моему, это не волки. Серые, это как раз волки. Вы? Да, 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 как раз. Что у вас? Собачки не пускают вас, да?